Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Загадывайте желания. Вы находитесь возле трех Александров. Да. Сегодня мы с вами находимся на выставке в Киеве «Рыбалка, охота, туризм 2021». И надеюсь, что сегодня мы покажем кучу всяких новинок. Я очень на этом надеюсь. Кучу всяких топовых снастей для рыбалки. Для спиннинга, для фидера, для карпа. Для поплавка. Для поплавка. Саня у нас главный поплавок. Морская рыбалка, надеюсь, что будет представлена в широком ассортименте. Поэтому смотрите видео до конца. Будет очень много интересных вещей. Особенно, я уверен, что будут еще и подарки для вас. Поэтому досмотрите видео до конца. А для меня будут подарки? Для тебя, ну, какие-нибудь сладкие, вкусные. Вкусняшки. Так, друзья мои, давайте мы сделаем так. Значит, самая главная задача, чтобы вы посмотрели, что вам понравилось и что не понравилось, чтобы сделать выводы в конце. Да, да, без проблем. Окей? Да, договорились. Субъективные и честные выводы. Субъективные и честные, друзья мои. Мы только за честные. И главное, я хочу сказать, обращаясь прямо сейчас к производителям продукции рыболовной, сделайте, пожалуйста, так, чтобы среднестатистический рыбак, который живет на среднеукраинскую зарплату и пенсию, смог позволить купить ваши снасти. Это самый главный залог успеха ваших продаж. Да? Да. Вперед? Согласен. Поехали. Погнали. Друзья, всем привет! Меня зовут Вищенко Константин. Мы находимся на стенде нашей компании Golden Catch и поговорим о нашем новом рыболовном бренде Zeus. Он включает в себя огромный ассортимент различных товаров. Это, в принципе, средний ценовой диапазон и бюджет от лесок, шнуров, застежек, экстракторов, прорезиненных садков. Даже есть у нас джерси, кепки и многое-многое другое. Ассортимент огромен. Ну и, в принципе, даже касаемо и спиннинговой тематики, и ловли мирной рыбы. То есть есть классные крючки, очень уловистые модели. Но Александр попросил обо всем рассказать быстро, поэтому теперь перейдем к удилищам. У нас есть также классные палки. И мы подошли к стенду непосредственно удилищ. Zeux — это наш новый бренд, то есть он не так давно появился, еще немногие с ним ознакомились. И уже есть классные разработки, потому что ну, этот бренд разрабатывали люди с большим опытом. Есть классные удилища, это нейтрино. Я думаю, они многим придутся по вкусу. Есть нейтрино, есть нейтрино Pro. Про классные универсальные удилища, которые подойдут. Ну, у них очень широкая тестовая линейка и длин. Они подойдут для ловли мирной рыбы, для бортовой ловли. Также у нас есть поплавочные удилища, как баллонские, так и маховые. Элемент, реверс, то есть большой ассортимент. Так что, друзья, приходите, смотрите. Есть что показать нам, есть что вам посмотреть. Ну и, соответственно, купить и словить свой заветный трофей. Микола, доброго дня. Да, ну, сейчас я буду в эфир выходить. Увидел вас наконец-то на выставке. Да. Расскажите, что у вас новенького? Розповідаю. По-перше, вітаю всіх наших партнерів, всіх наших клієнтів. Вітаю всіх вас і нас з нашим поверненням тепер до формату виставок. Ми знову почали повертатись на виставки, ми знову почали працювати, демонструвати, знайомитись і раді зустрічі з вами також тут так само.
В нас наразі є, що запропонувати за ці півтора року, що ми не були. Ми багато з чим працювали, багато що випускали, багато різних моделей, багато всього цікавого. І я думаю, що кожен, хто до нас завітає, він обов'язково для себе знайде щось новеньке. І люди, які раніше були з нами незнайомі, побачать багато чого. І ті, які були знайомі, теж багато з чим познайомляться. Наразі є такий ще дуже приємний момент, як робота з партнерами. От ми з вами партнери. Дивіться, я на камеру показую, що ми страшно любимо один одного. Так? В нас є відносини відповідні, ми є частими спонсорами на заходах, доволі професійних, доволі цікавих заходах, і ми навіть були учасниками. Можу твердо сказати, є сенс з цими людьми працювати. Це вони мене навчили, щоб я так казав. Так воно є. Наразі, зараз черговий захід, який проводиться з нашими партнерами «Все для кльова» канал. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, беріть в підписку, коментуйте і заходьте в цікавий для себе світ. Зараз вони проводять заходи, які? Це фідерна рибалка, турнір. І переможці отримують різні винагороди, в тому числі і наші сертифікати, які дають можливість познайомитись із нашою продукцією і підтримати канал «Все для кльова». І наші партнерські відносини з вами, з ними. Залишайтесь з нами. В свою чергу я хочу сказати, що спасибо большое за наше сотрудничество. Очень рад. Спасибо большое. Дякую, Саша. Дякую. Друзья, а вот, да, а вот на 2500 и 2500. Это для победителей нашего фидерного турнира. Друзья, теперь хочется услышать экспертное мнение о новом зимнем костюме компании Comatec. Вітаю! Раді представити вам новий зимовий костюм від компанії Comatec. Костюм іде з мембраною 10 тисяч на 10 тисяч, максимально водонепроникний та паропроникний. Тканина зовні м'яка з брашобробкою, тому не буде шуміти. Також тут присутні накладки із тканини кордура, що захистить вас в пересічній місцевості, при активному русі, при активному відпочинку. Плюс штани також додатково із зйомною спинкою на півкомбінезон. Дякую. Всем привет! Рад приветствовать вас на стенде магазина «Рыбацкий рай». Я познакомлю вас с новинками от компании «Калипсо». Компания «Калипсо» представила новинки для любителей спиннинговой ловли. Осенью мы получили спилькера 4 серии. Это «Терина Микро», «Терина», «Саурус» и «Гарфиш». Эти приманки предназначены для ловли как на море, так и в пресной воде. На море они уместны для ловли ставриды, саргана и луфаря. На пресной воде они хорошо работают по окуню, по жереху и при ловле судака. Размеры от 5 грамм до 14 грамм. Ассортимент подобран таким образом, чтобы перекрыть разнообразные вот условия. То есть есть приманки с более выраженной игрой, приманки, которые работают на более равномерной проводке, которые работают на более твичинговой проводке. Также торговая марка «Калипсо» выпустила новинки силиконовых приманок. Это серия «Фрея», «Авиор» и «Вольф». Приманки серии «Фрея» – это имитация личинки, которая выпускается в размерах 1,5, 2 и 2,5 дюйма. Эти приманки очень хорошо себя показали при ловле окуня, судака и щуки. Это приманки пассивного типа. Проводка, при проводке уместно выполнять различные анимации удилищем, рывки, паузы. Также к пассивным приманкам относится серия «Авиор». Она представлена в размерах 2,5 и 4 дюйма. Также есть новая модель «Вольф». Это классический виброхвост, который хорошо работает и на равномерной проводке, то есть он не требовательный к подаче, он хорошо работает при равномерной проводке, при
проводки с остановками и при активной анимации удилищем. Эти приманки очень хорошо ловят щуку, среднего и крупного окуня и судака. Также очень широкий модельный ряд цветов. Цвета подобраны самые актуальные для наших условий. Есть двухцветные модели, есть кислотные расцветки и натуральные расцветки. Добрый день. Вас приветствует компания «Рыбацкий рай». Я Янченко Алексей, я представитель компании «Рыболов-спортсмен». Сегодня я хочу вам рассказать про новинки 2021-2022 года. Это линейка серия фидеров Тор Фидер. Серия линейка фидеров Тор Фидер представлена в 6 образцах. Это удилище 3.30 длиной в 120 грамм тесте. Так же самое у нас представлена следующая вариация. Это 12-футовая версия 3.60, 120, 150. Также самое 3.90, 120, 150. И самые старшие, это у нас 4.20, 14-футовая версия, до 180 грамм тестом. Кратенько по спецификации, по принадлежности удилищ. 3.30, 120, одно из самых любимых удилищ у нашего рыболова в южном регионе, потому что это удилище позволяет за счет своей универсальности, мобильности и компактности и с хорошим тестовым диапазоном ловить под нависающими ветвями деревьев. Оно позволяет облавливать ближние, средние диапазоны и не мешая всем остальным рыболовам под нависающие либо что-то там, какие-то деревья. И его тестовый диапазон до 120 грамм отлично приходится как для ловли на реках с умеренным и сильным течением. Также Днестр, Дунай, также Турунчук, да, соответственно, это, ну, все наши реки, которые там в южном регионе и по всей Украине, эти удилища. 3.60, 120, 3.60, 150 – это удилища, те, которые себя зарекомендовали как качественные экстра-хевики, которые уже бросают, вяжут, хорошо работают на средние, на ближние дистанции. Ну, признаюсь вам честно, по крупной рыбе. Вот они были спроектированы по большей части, потому что большой спрос у рыболовов получила методная рыбалка, и очень много рыболовов просило что-то универсальное. Ребята, дайте нам что-то, чтобы мы могли как и в классике ловить, в классическом фидере, так же самое, чтобы и удилище нам позволяло бороться с крупными трофейными экземплярами. И вот, допустим, линейка 3.90, 120, 150 грамм, 3.90, 150 грамм – это вообще уникальное удилище. Почему? Потому что она получила увеличенный диаметр раннинги, который уже позволяет работать с тяжелыми шоками. Удилище получило сверхмощную камлевую часть, широкую рукоять и мощный катушкодержатель, который позволяет устанавливать крупные катушки, 10-тысячные, 14-тысячные и увеличенные кольца диаметром 30 мм, что у нас не сбивает факел при вылете. Мы работаем этими удилищами комфортно на дальней, на средней дистанции. Это там 110+, для фидера точно, точно ловить и точно кормить. И вываживание идеально на данном бланке. И удилище 4.20-180 – это удилище для классической фидерной ловли на больших реках, что позволяет ловить тяжелыми экстрахэми кормушками, но не без большой затраты физических сил. Знаете, потому что когда мы сидим на педане, на креслах, чтобы мы лишний раз не вставали, не загружали удилище. Удилище по своей физике, оно получилось даже moderate parabolic, такое, чтобы оно позволяет тяжелые веса забрасывать на, вот, казалось бы, нереальное расстояние, но не вкладывая, вот, не прикладывая больших усилий. И удилище очень хорошо себя зарекомендовало при ловле крупного трофейного леща. Понятно. Скажите, пожалуйста, из чего сделано удилище и какая его ценовая политика? Мы говорим про 3.30. Удилище, все удилища, вся линейка Тор, она выполнена из карбона. Это карбоновое удилище в демократичной цене. Я вот кратенько, знаете, как одессит, отвечу на ваш вопрос. На данный момент на выставке удилище представлено с ценой 1125 гривен за образец 3 метра 30 сантиметров до 120 грамм. Это с учетом скидочки. А карбон какой там? 8?
Нет, здесь стоит 30-тонный карбон. Здесь стоит это уже высококачественные 30-тонные карбоны. И будем так говорить, с использованием композитных переходов только в камлевой части, чтобы комель был более мощный и подгруженный в плане подложки. Чтобы подложка внутри на основе карбона давала и изящности, и инертности бланку. Расскажите про удилище длиной 4,20. 4,20 удилище универсального спектра, так как данное удилище может применяться вообще с легкостью, как и для морских ловли. Будем так говорить, в южном регионе мы ловим на море, мы ловим кефай, ловим камбалу в сверхдальнем забросе. Так же самое на азовских морях у нас ребята ловят пеленгас. Ловят пеленгас, это же самая разновидность кефали, который действительно позволяет делать заброс на экстра дальнее расстояние, это там свыше 110-130 метров, и тем не менее удилище выдерживает все нагрузки и не так прихотливо. Вследствие от себя мы хотим предоставить небольшие памятные призы, ну не то что памятные призы, а призы для будущих спортсменов, фидеристов и будущих обладателей кубка по фидеру. Желаем вам всего такого вашему турниру. Хотим предоставить вам призы, а вы уже распределитесь, как вам уже надо. Друзья, обязательно эти призы мы передадим нашим победителям нашего фидерного турнира «Все для клёва». Спасибо большое. До свидания. Добрый день. Мы находимся на стенде «Днепросвинец». Да. Расскажите, пожалуйста, о каких-то новинках или топовых своих моделях. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на выставку на этот раз особо новинок не привозили, но тем не менее у нас остались такие топовые модели «Примана», как «Мандула». Вот здесь можно посмотреть весь ее модельный ряд. Также у нас есть джеголовка. Джеголовка пулеобразной формы. Это у нас модели, которые, наверное, мы покажем. Прекрасно проходит траву, лилию. То есть, когда вы ловите в трудно травяных местах, это прекрасно прорывает траву и очень хорошо проходит приманку. Вот такие у нас джеголовочки. Также у нас классические дропшоты, джихриги, токио риги. Все это представлено в полном объеме, в полной мере. Поэтому приходите на выставку, выбирайте, покупайте. Будем рады видеть наших любимых рыболовов. Спасибо большое. Для вашего канала, для розыгрыша мы подготовили, или вот прямо сейчас при вас и подготовим, вот такую вот. Вот такую вот. Вот такие вот подарки. Для победителей турнира. Для победителей турнира мы подготовим вот такие наши подарки и наши новинки, которые помогут вам поймать самые лучшие трофеи. Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо. Для участников турнира «Все для клёва» приготовим небольшие подарочки, чтобы вы попробовали интересные фидерные флет-кормушки, ну и немножко спиннингового направления. Супер, спасибо. Пожалуйста. Друзья, всем привет, меня зовут Паша Черноморец, мы на стенде Golden Catch, я вас познакомлю со спиннинговыми нашими новинками и популярными товарами. Начну с популярных товаров. Мы являемся официальным представителем Strike Pro компании. Как вы знаете, это воблеры, очень уловистые и при этом достаточно доступные в цене. У нас всегда доступны такие модели, как Inquisitor, Bolt, Montero. Это, наверное, гиганты наших продаж, потому что они ловят щуку всегда, везде и любого размера. Поэтому вы всегда можете найти в нашем ассортименте. У нас на выставке 10%. Ну и также в наших магазинах, в нашем интернет-магазине вы можете их приобрести. Но еще от Strike Pro появились интересные новинки, которые здесь как образцы. Мы сейчас пойдем туда, я вам покажу. Там классные модели, поэтому давайте переместимся. В ассортименте сейчас появляются новые приманки, они еще доступны как образцы, я повторяюсь, но уже через месяц будут. Это приманки Guppy, Guppy Junior и Guppy Downsize. Очень интересная приманка тем, что она объединяет в себе особенности джеркбейта и силиконовых приманок. Здесь, смотрите, есть тело джеркбейта полностью, и сзади накручивается хвостик силиконовый. В комплекте идет два хвостика, один твистерный, один как виброхвост.
И также, если вы, вам вдруг щука откусила эти хвостики, они всегда доступны, вот запасные. Это классные приманки, они дают огромный, скажем, такой, много возможностей именно в экспериментах при ловле щуки, потому что вы кроме этих двух хвостиков можете взять еще другую любую приманку, которая вам нравится, накрутить, и он также будет работать. Поэтому они очень популярны в Европе, у нас только набирают популярность, но я думаю, что результаты себя не заставят ждать, потому что они реально классные. И еще одной приманкой, про которую хочу рассказать, это новая блесна Buster Spoon. Если вы видите хорошо, то она повторяет, грубо говоря, тело джеркбейта, обычных джеркбейтов, страйкпрошных, очень популярных у нас. Ее особенности в чем? Она достаточно большая, массивная, но при этом весит относительно немного, 22,5 грамма. Что это нам дает? Это нам дает возможность ловить достаточно вот такой крупной приманкой, крупную щуку, но искать ее на меляках. Вы ее можете провести буквально вот на такой небольшой глубине и, соответственно, ловить щуку. Это прикольно, это хорошо, и на рынке не так много приманок вот в таком размере и весе, которые позволяют так ловить. Это тоже ее особенность, она доступна во многих цветовых решениях. Я думаю, что тоже завоюет популярность среди любителей именно крупной трофейной щуки. Добрый день, рады приветствовать канал «Все для клёва» на стенде Life Orange. Мы являемся украинским производителем комплектующих, грузов, кормушек, все для карповой и фидерной ловли. Ну, вкратце по ассортименту, это у нас в нашем, на сегодня, в нашем портфеле где-то порядка 500 позиций. Это и аксессуары для карповой ловли, всевозможные резинки, термоусадочные трубки, вертлюги, стопора. То есть ассортимент очень широкий, и каждый, в принципе, поклонник фидерной карповой ловли что-то для себя найдет. Также безусловным хитом является наша флет-кормушка и монтажи, которые собраны с ней. Мы используем в своих монтажах только качественные материалы. Это литкоры Climax, поводочный материал Oskert. Это все европейские производители. Собирается все у нас в Украине вручную, сделано из первичного полипропилена. Ну, то есть это как бы товар, можно сказать, европейского уже качества, мирового, но производимый в Украине. Вот, потому будем рады, если вы станете потребителем нашей торговой марки, наших товаров. Также узнали, что вскоре будет проходить фидерный турнир для подписчиков канала «Все для клёва». И от компании Life Orange мы предоставим небольшой гостинчик для участников вашего турнира. Спасибо большое, супер. Я сейчас представляю стенд Fishing Racks, который находится здесь на выставке. И вот ребята сказали взять буквально пару моделей для того, чтобы представить вообще самый-самый-самый топ, самый жир. К сожалению, мне пришлось взять только одну модель, потому что хотелось бы представить все, но вот пришлось взять самую знаковую. Эта модель называется Hulk, она выпускается в двух размерах, это 4,8 дюйма и вот такая вот поменьше 3,6. Маленькая предыстория, почему взял именно ее, потому что именно с этой приманкой ребята наши, вот они еще здесь находятся на стенде, спиннинговая команда UFM, лодочная, они в течение 2020 года поступили немножко неспортивно, если можно так сказать, и они начали приманку тестировать прямо в процессе соревнований. И вот в процессе вот этого теста они заработали бронзу на Кубке Украины, они стали чемпионами Украины, и они стали лучшим экипажем, точнее лучшей командой по версии 2020 года. И это просто на тестовую версию. Сейчас она вышла в продажу, выглядит она вот так вот, я сейчас ее достану, чтобы она покрасивее потелепалась. Это вот такая вот большая версия, которая в размере 4,8 дюйма, про которую я говорил. И, кстати, маленький инсайт, 3,6, маленькая, ее лучше использовать как стандартную джиговую. Вот эту вот 4,8 лучше использовать как пелагическая приманка. То есть равномерные проводки в толще воды над травой на разных монтажах. Ну и по секрету лучше использовать вкрутыш страничком. И тогда все будет окей. И как гласит наш слоган, если вы правильно подберете цвет, правильно подберете размер под ваши условия, все будет как вот, вот в этой вот присказке кинув, поймав. Ну, маленький Халк стоит 87 гривен. Угу. Я сейчас два, кстати, достану. Да. В пачке сколько там? 4. 4, да? Да. 4 штучки 87 гривен, да? Да. А большой стоит 105 гривен. А большой сколько? Тоже 3 штучки?
Три штучки. 105 гривен, да? Да. И вот, кстати, это один из участников, которые как раз все вот эти вот регалии и добывали при помощи этой приманки. Реально, не вранье, пацаны в начале сезона как зарядили ее и в конце сезона только сняли. Скажите что-нибудь о ее физических свойствах. Она это запах какой-то имеет? Что там? Что там? Они сделаны с использованием аминокислот. Вот. Там нет соли, сразу скажу, как в японцах. То есть соли там нет, там чисто аминокислоты, аттрактанты и силикон. Ну и за счет этого она и более как бы живучая. Вот. Спасибо. А какие вы больше всего использовали? Цвета? Да. Лимон, мох, масло и перламутр. Ну а самый топовый вариант какой? Ну, у меня лимон был в том году. Лимон, да? Это вот это. Вот это, да? Да. Угу. Да. Спасибо. Размер, кстати, а вот теперь от меня вопрос. Размер какой больше всего использовали, потому что я не помню. Тоже поменьше, 3,6. 3,6, да. Спасибо. И еще один момент для подписчиков канала «Все для клёва». Тут подготовили пару пачечек. Это вообще абсолютно новая модель. Мы ее пока что не успели презентовать, но вот теперь вы получите возможность на нее половить. Это рычок, который называется «Rocky», тоже от Fish & Drugs. И вот таких вот два размера 3,6, точнее два цвета 3,6. Самая топовая по версии Андрея Павлюка и Вячеслава Маспаненко. И то же самое два топовейших цвета, по их же мнению, в размере 4,8. Это все улетит вам. Следите за конкурсом. Супер. Спасибо большое. Всего хорошего. Всім привіт! Знаходимося ми на осінній виставці в місті Київ. Це компанія Віст. Ми на стенді під номером 701. І цієї осені ми маємо що вам показати. У нас появилось багато новинок з попереднього разу, як ми були. І можемо з вами поділитися тут, прямо на виставці, або на нашому сайті, за яким ви можете перейти і також переглянути весь наш асортимент. Самі топові моделі цієї осені – це є 4-дюймові ріпера в 11-му кольорі, це є машини масло, і в 3-му кольорі це є фіолет. Це дві приманки, за якими найчастіше питають і які показують себе найкраще на будь-якій воді. На окуні в нас також є багато різних приманок, але одна, мабуть, з найкращих – це є наша авторська розробка. Це є наша авторська розробка, це є приманка Magot в розмірі 1,5 і 2 дюйма, личинка, яка класно провокує навіть пасивного окуня на покльовку. Друга приманка, яка також є нашою особистою розробкою, це є VibroFist, модель називається Азот. Такий невеличкий віброхвіст, який також себе дуже класно показує на рибалках. Для підписників каналу «Все для кльово» ми зібрали для вас невеличкий набір приманок наших і будемо дуже просити, щоб ви їх розіграли. Так і зробимо. Так, тому пробуйте, ловіть і скидайте фотки риби нам в інстаграм. Так як ви бачите нас вперше на цьому каналі, тому ще даруємо вам кепочку нашу фірмову і футболку для того, щоб ми вас впізнавали на рибалці. Супер. Дякуємо вам. Будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Михаил, компания Fry, город Харьков. Мы занимаемся производством товаров для рыбалки. В ассортименте груза, кормушки, как для ловли мирной, так и мирной рыбы, так и для хищника. Ну, хотел представить нашу новинку. Это Airflat метод, которая, ну, скажем так, вот они на витрине. Кормушка предлагается в техупаковке и предлагается в блистерной упаковке по 2 штуки в комплекте с пресс-формой, ну, для запрессовывания этой кормушки.
Фишка этой кормушки заключается в том, ну, во-первых, кормушка сейчас обретает все большую и большую популярность за счет противозакручивателя. Фишка именно нашей кормушки заключается в том, что передняя часть отгружена не каблуком, а отгружена, скажем так, с внутренней стороны. Вот. Что дает лучшую дальность и точность полета. Ну, а не маленькая здесь получается кормоемкость вот этой кормушки? По-моему, она так очень маленькая, как на мне, нет? Вы знаете, дело в том, что в принципе она имеет довольно большие сходства с такими аналогами, как там Престон. То есть, тем более, опять-таки, это размер L. Мы планируем сделать еще размер XL. Ну, естественно, там будет емкость прикормки гораздо больше. Что лучше всего продается? Да, наверное, как обычно, ушастик. Ушастик, чебурашка. Как еще, в принципе, много названий этих грузов. Это, джиговая ловля. Вот, ушастик еще называют, как там, колеблющаяся голова. Вот. Опять-таки, есть просто в свинцовом исполнении, есть крашеный. Разнообразие цветов перед вами, то есть это и черный, и розовый, и лимон, оранж, зеленое яблоко. Ну, как бы, наверное, на любой вкус и цвет. Есть прикол для ночной рыбалки, это светонакопительный ушастик, то есть он окрашен красителем с добавлением пигмент фосфор. Ага. Вот, с добавлением фосфора набирает дневной свет, и когда попадает в темноту, начинает светиться зеленым свечением. Эти кормушки даже так производятся в Харькове. Самая, скажем так, наиболее популярная и продаваемая кормушка Feeder Sport с грунтозацепами. Линейка от 50 до 150 грамм. Кормушка из ударопрочного пластика. Качеству пластика мы уделяем очень большое внимание. Здесь добавлен пластификатор, который не позволяет даже в холодное время года, даже при транспортировке, какая бы она ни была, лопаться. Кроме этого, закормочная кормушка. Кормушка со съемным грузом. То есть мы можем ее разобрать, заменить груз на грузик другого веса. Ну, в принципе, это очень удобно. Вот. И очень многими рыбаками любимая кормушка пуля. Да. Ну и для участников турнира, который состоится 9-10 октября, да. Подарок от нашей компании, упаковка закормочной кормушки и упаковка кормушки Feeder Sport. Супер, спасибо большое вам, всего хорошего. Спасибо. Сейчас я дам пакет. Работает. Так, друзья, вот это. Мы получили от производителей рыболовной продукции. Смотрите, тут и кормушки, и такие от компании Orange, и от профмонтажа, и такие вот мантулы. Главное, это подарочные сертификаты на сумму 2500 гривен и 2 по 1500. Это для тех, кто выиграет наш турнир
«Все для клёва», который будет проходить 9-10 числа. Компания «Вист», смотрите, и кепку, и футболку, и силикон, «Калипсо», тоже спасибо большое. Так, это у нас кто? Это «Днепросвинец», тоже подарил. И «Fishing Drugs», посмотрите, какие силиконовые приманки. В общем, друзья мои, вот это все, о, вот это тоже интересно, тоже. Да, профмонтаж. И красивые рыбки поролоновые. Друзья мои, все вот это вот мы разыграем, и условия конкурса будут в следующем видео. Друзья, вот так заканчивается наше видео с выставки «Рыбалка, охота, туризм 2021 в Киеве. И те подарки и призы, которые мы получили от производителей компании, которая производит рыболовные принадлежности, мы, естественно, разыграем среди вас и какую-то часть подарим тем подписчикам, которые будут участвовать в нашем фидерном турнире «Все для клёва». Два слова, Александр, скажите, что тебе понравилось, что не понравилось на этом выставке? Что я могу сказать, дорогие друзья? Как по мне, то участников было не очень много, ассортимент очень скудный. Морской рыбалки вообще ничего не было. Из позитивных моментов новые контакты, новые знакомства и не более. Саня, что скажешь? Я солидарен с Александром. Выставка ни о чем, поскольку это осенняя выставка, да? Весенняя. Не надо оправдывать, я считаю, осенняя-весенняя. Если компания хочет представить себя в полной красе, она представит себя в любой сезон. Это мое мнение, конечно. Да, но поскольку сейчас осень и сезон заканчивается, то никто новинок не готовит. Все заготавливают новинки зимой и весной, и уже все показывают все свои новинки, наработки. А так, в принципе, выставка, ну, будем считать, что нормальная, но... Но мне больше всего понравилась компания «Камотек», особенно то, что у нее есть вот ассортимент ее продукции. И шоколад. И шоколад, кстати, очень классно. Такой маленький квадратик. Жалко, что Саня... Показать не можем. Я все съел. А так, ну, очень вкусно. Друзья, ну и главное, что те подарки, которые мы получили от производителей рыболовной продукции, мы обязательно разыграем среди вас. На этом заканчиваем наше видео. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке. Пока. Подписывайтесь. Да, ставьте лайк. И колокольчик, бубенчик.